Что ж, всем доброго времени суток, мои многоуважаемые зрители. С вами Боди, и это Дана Ачу, стримером 100 тысяч, мать моя женщина, рублей. Видосик от Пози. Я сразу скажу то, что, ну, в 19:00 по Москве у нас ежедневно стримы. Ребят, мне так обидно то, что люди не приходят. Неужели вам реально насрать? Зачем я тогда вообще провожу стримы каждый день в 19:00 по Москве, если никто не приходит? Так обидно, вот реально. Вот думаю, аудитории будет интересно ведь со мной пообщаться на стриме, а всем пофигу. Ну, конечно, вот знаете, обидно мне за вас. Ну ладно. О, ребят, я в шоке! Офигеть, Пози, спасибо тебе больше. Все, у меня шок. Я не ожидал такой реакции, честно. Привет, так. Меня зовут Пози. Я собираюсь задонатить стримерам 100 тысяч рублей. Я знаю, что вы ждали этого ролика. Судя по опросу, очень ждали этого ролика. И поэтому, ребята, special for you guys. Я собираюсь потратить 100 тысяч рублей. Но Мамочки, 100 тысяч. Согласитесь, было бы не столь интересно, если бы я просто брал и донатил стримерам. Каждому так. Из стримеров я буду давать небольшой челлендж. Если человек выполняет этот челлендж, он получает хороший донат. Ребята, давайте мы с вами попробуем собрать под этим роликом 200 тысяч лайков. Здесь уже 300, кстати. Я знаю, вы можете. 200 тысяч! Ну а также хотел бы сказать огромное спасибо спонсору. Ребят, давайте мы сегодня все вместе зайдем ко мне на стрим и будем общаться. В 19:00 по Москве стрим. Потому что мне так обидно, то, что люди не заходят. Вот реально насрать, что ли, на меня вам. А, это рекламка, окей. День 16. 7 тысяч зрителей! Что? Стрим идет почти 3 часа. Сейчас я поступлю как самый настоящий тролль. Я попрошу этого стримера, Мел Рукус, зайти в свой ванильный мир Майнкрафта и сжечь немножечко алмазов. Так, ребята, пишу. Пози, зайди в свой обычный мир, на котором ты играешь, и сожги немного алмазов. Если ты это сделаешь, получишь крутой донатик. Так, ребята, давайте я для начала ему закину 5000 рублей, окей? Опа! Я в шоке. Зайди в свой обычный, на котором ты играешь, и сожги немного алмазов. Если ты это сделаешь, получишь крутой донатик. Спасибо большое Пози за 5 косарей. Я так понимаю, что это ютубер. Да-да-да. Или человек, который притворяется им. Спасибо большое, братик, за 5 косарей, но я не буду этого делать. Нет! Да ладно, ну чувак, ну ты че, он тебе 5 тысяч отправил? Ну блин. Что пишут люди в чате? Жди! Изи, изи, изи! 5 тысяч рублей улетело! Ну хотя бы 5 алмазов. Братик, спасибо большое за еще донат один, но я глупостями за бабки не занимаюсь. Ладно, ну 5 алмазов же! Он какой-то, не знаю, прям вот... Совет для тебя, но это мой принцип жизненный. 5 алмазов? Серьезно? Ладно, ладно. Я тут загорелся идеей. Почему бы не найти... Никогда не понимал таких людей, которые так серьезно относятся ко всему. Принцип жизни. То есть этот принцип даже на игру распространяется? Это же игра всего лишь. И еще одного майнкрафтера и опять не попробовать уговорить человека сжечь алмазы. Чуть-чуть алмазов. Не все. Так, ребята, смотрите. РП-сервер Майнкрафт 1.16.4. У стримера... Я не понимаю. Он говорит, я глупостями не занимаюсь. Чувак, ты в Майнкрафт играешь. Тебе уже лет 28, наверное. Это в любом случае уже, это уже не серьезная работа, сами подумайте, ребят, вот, типа, это уже не серьезно, какие глупости, куда ты, я понимаю, ты бы сказал, что ты на заводе там работаешь в свои 28, так ты же стримишь. Ты уже как-то фриланс какой-то. Ну правильно же? Вот даже я же фрилансом занимаюсь, я на ютубе зарабатываю деньги. То есть 33 тысячи у меня выходит в месяц. Вот. Благодарен за то, что хотя бы эти деньги, а то бы на заводе работал. Сейчас 10 зрителей. Почему бы нам не поддержать начинающего стрима? Поэтому я вам благодарен, заходите на мой стрим 19:00 по Москве ежедневно. И подписывайтесь на нас. Я же здесь смотрю Пози. Стримера, 5000 рублей. Сожги все алмазы. Ну или часть. Ну что ж, 5000 рублей улетело. 15 тысяч мы уже потратили. О май гад. Ты рофлишь, у меня алмазов даже, наверное, сейчас нет. Найди. Ой, так, ладно. Подожди, я надеюсь, у меня в эндерчесте не лежит же много алмазов. Так, сейчас он откроет эндерчест. Что, кого? Смотрите.
открывает. Опа! Собрал на пиццу. Да! Ну, блин, 32 ара получается. 32 алмаза. Ладно. А, у меня есть зажигалка. Ну, давай, друг. Давай. Смотрите! Хорошо. Он сейчас это сделает! Получается... Он сожгет сейчас алмазы! Попрощаемся с алмазами. Отдать... Это... У меня все трясется. Хочу отдать честь своим арам. 32 алмаза! Он сжигает 32 алмаза! Рулеток сейчас... Он их сжег! 100 будет. Офигеть! Он реально сжег алмазы. Мамочки, это же просто... Очуметь! Я это сделал! Прожмите F-очку, пожалуйста. Прожмите F-очку моим алмазом. Press F to pay respect. Yeah. Ладно, он это сделал, поэтому я задоначу сейчас ему еще 5000 рублей. Ну что ж, ребята, еще 5000 улетело. Смотрим на его реакцию. О май гад. Что? О май гад. О май гад. О, что? Какая забавная у него музыка стоит на донате. А тот получил просто так десятку, даже не сжег алмазы. Ну блин, ну ты че, Пози? Что? 200 рулеток. 200 рулеток, блин. А-а-а! За что? За ч... 200 рулеток. У меня целый стрим. Не зря я сегодня 12 часов буду стримить. Походу. Да, походу. Я ничего не понимаю, но, видимо, я ему дал какую-то сложную задачу. Смотрите, у него тут какая-то рулетка. Что на ней там написано? Без мата 10 минут. У нас просто казино реальное будет. Я ему сейчас задонатил на 200 рулеток вперед. Это забавно. Бравл Старс, играем со зрителями. 18 зрителей. Окей, давайте задонатим. Какой ему челлендж предложить? Затащить катку без гаджетов и ульты. На Мортисе. О май гад. Так, ребята, 5000 рублей улетело. Сможет ли он затащить катку на Мортисе в соло без гаджета и ульты? Где донат? Ау! Может быть, ему донаты не приходят? Прилетел донат. Ёперный карась. Ёперный карась. Что это такое? Это Слендер. Ууу, страшно. Челлендж. Затащи катку на Мортисе. Соло. Без гаджета и ульты. 5 косарей? Ну да, это серьезно? Челлендж. Забавное совпадение. У меня на Мортисе нету ни гаджета, ни, блин, пассивок. А, ну ульта. О, отлично. Ничего себе. Мне повезло, чуваки. Сейчас напишу в чат. Шеде. Ну не знаю, попробую. О! Блин. Да, как он узнал, что это мой нелюбимый персонаж? Вот как так? Давай! Затащи, сделай это! Но видно по нему, что он немного в шоке тоже. Да, он в шоке. Соберись, ты сможешь затащить. У тебя 150 кубков, ты выиграешь. А, ну, наверное, в этом фишка, да, мол, денежку доначу, челленджи всякие, да? Забавно, ребята. Да, у меня реакция, конечно, такая себе получилась, что я вообще не ожидал. Не, вот он очень молодец, он очень прикольно разговаривает. Да ладно. Суть в челлендже, понимаешь? Вишенка на тортике. Так, возле него Нани. Ой-ой-ой, Нани может грохнуть! Сейчас будет прострел от Нани. У него нет звездной силы, по нему чуть не попали! Нани, торгеть! Один выстрел же потратила. Да ладно! О-о-о, нет! Блин! Его убили! Куда мне челленджи? Ладно, ну у тебя 150 кубков, как так? Ты должен был затащить! Ну ладно, ребят, он проиграл этот челлендж, к сожалению. Идем дальше. Стрим по Бравл Старс. Девушка играет в Бравл Старс. Затащи катку без гаджета и ульты на Мортисе или на своем любимом бравлере. Ну, вдруг у нее нет Мортиса. 5000 рублей. Сейчас посмотрим, появится ли на экране донатик. Понятно. Ну, слушай, ну можно? Опа! Фаталити. Пози, спасибо тебе огромное. Подождите, я только цифру мне показалось. Ну, она, видимо, новичок в Бравл Старсе, поэтому это хороший для нее челлендж будет. Она запустила игру. Так, ну что, давай, тащи. Без ульты и гаджетов. Так, ну... У нее нету гаджета. Главное, но что это он явно новичок. Потому что у меня на одной кнопке, у меня это тоже. Так. А, сейчас быстро. Давай, давай, давай. Она новичок, я верю, у тебя все получится. Смотрите, смотрите, она батлится против... Ее подорвали. Ладно, еще одна попытка для новичка. У нее почти 500 кубков на кольте. Как она так апнула кольта? 500 кубков, жесть. О, у нее батл пошел против Була. Так, таргеть Була. Она может выиграть. Да зачем ты стреляешь? Не стреляй просто так, не видишь же. Я в ютубе Ава. Я в ютубе Ава. Прям здесь стоит, в крайнем кустике, нет? О, нифига себе! На нее! Не используй ульту! Нельзя, нельзя, нельзя. Из-за того, что была в виде. Нельзя же ульту
Привет. Использовать. Давай, это так опасно, сложно. Да? Я знаю, это сложно. У нее конкурент Эдгар, вы просто посмотрите на этого киборга. Черт. Ульта накопилась у нее. Опа. О, нифига себе. Давай. Беги. Хилься. 1100 хп у нее осталось. 4 игрока там. Боже мой. Получится ли затащить Эдгара? 9 банок. Что происходит вообще, а? Я еще вроде как продержалась. Блин, нет, все, как все, сейчас это добьет. Точно. Да. Эдгар ее убил. Что ж, 2 попытки было. В следующий раз повезет. Идем к следующим стримерам. Не, неплохо. Стример, у которого 20 зрителей. Сейчас я ему сдоначу 10 тысяч рублей. И посмотрим на его реакцию. А это полная... акция. Это... Вот теперь на все я включил. Донат будет немного... громкость. Побольше. Ой, посмотрите, какая у него картинка на донате. А что он вообще здесь делает? Просто бегает и кушает ягоды. И немного танцует. Put your hands up! Я напишу, прыгни в лаву. 10 тысяч рублей улетело! 10 тысяч... Опа! Сука, купи выжрать что-нибудь. Его реакция. О май гад! Просто прыгни в лаву! Братан, серьезно! Чел! Это был мой лучший трай! Лучший, блядь! Лучший трай! Узависька! Гайс, ну что, прыгаем? Конечно! Ты сделаешь это! С разбегу, с алькушечкой! Вообще, человек с ником Пози, Гайс, вы знаете такого? Прыгай? Ну нет, походу обязан. Ну все пишут, ну прыгай! А, стойте, подождите, я буду умнее. Я буду умнее. Что он сейчас делает? Он скинет ресы? Нет! Не-не-не-не. Это нечестно. С базара лутом. Базар, я прыгнул в лаву. Но я умный. Инвентарем. Нет, сюда. Он крафтит сундук! Он спит сейчас, на кровати. Он сейчас прыгнет в лаву! Он прыгает в лаву! Нет, это нечестно! Я ему сейчас задоначу и напишу с лутом. Спасибо еще раз, здесь, братишка. Он меня обманул! Огромное спасибо здесь. Меня обманули! Этот случай для тебя. Так, смотрите, у него 2 изумруда, хлеб. Ему нечего терять, ты серьезно? Ну, кстати, какой лучший трай? Да, ты шутишь, что ли? У тебя даже здесь нет алмазов. Опа, еще 5 тысяч. Купи выжрать что-нибудь. Так, 5 тысяч донатил. 15 тысяч я ему уже донатил. Давай, прыгни просто с этими рисами в лаву. Ладно, хорошо. Обязан, наверное, все-таки. Можешь к себе в кровать встать, братишка? Можешь просто написать в чате, я не знаю. Не-не-не-не-не-не-не! У меня нет чата! Все, он берет все свои ресурсы. Вот так вот мы учим майнкрафтеров играть в Майнкрафт. Пресс F. Ну все, все его вещи сгорели. Зачем я это сделал? I don't know. Но он справился с этим челленджем. Он доказал, что изумруды для него ничего не значат. Так, что он сейчас будет делать? Оу, я это заблюрю. У меня одна дурюмка осталась как раз. Он пьет сок. Ничего себе, ребят, он пьет сок. Он пьет сок, да, я это понял, реально. Типа тебе еще раз за 10к. Это сок. За 5к сверху. Сейчас он выпьет ради меня кока-колы. Да, не, это кола, да. Смотрите, он выпил колы. Все, был сон собаки, представим, что это был сон собаки просто, и все. Ну что ж, это было... Молодец, прикольно сделал. Забавно. Каравай 46. Фортыш с легендой Ликом. Стример, у которого 4000 зрителей. Ничего себе. Какой челлендж мы можем для него придумать? 5 киллов за 5 минут. Давайте задонатим 5000. Я думаю, что это достаточно простой челлендж. Я ему... Ну, кстати, я думаю, то, что он может это сделать. Кидаю вызов. Если он не примет мой челлендж, то дальше доната не будет. Так. Димон! Челлендж 5 минут, 5 киллов. Диман, вместе быстрее. 5 киллов. Диман, а давай мне все. Давай, ты сможешь. Без мата. На что он копит? На браслет Гуччи. Ози, не переводи ему ничего. 5 минут, 5 киллов надо как. Но если он не справится, то тогда не переведу. В чате можно найти дополнительную мотивацию. Какая тут мотивация? Ку-к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 у. Это интересно. Сколько кукареков. Так, смотрите, он очень быстро залутался. У меня 3 аптечки есть. Раскидал пушечки, поднимается наверх. Есть тут кто? О! Первый сюда. Первый килл есть. Окей, он убил чувака. Где ты должен быть рядом, Диман, второй? Есть? Быстрее скажи. У меня есть. Да, я Диман, тебе дай. Да, Дима! Нет. Ребят, где ты минуту прошел, плюс минус? Да. Диман, дай, серьезно, я тебя прошу. Смотрите, как завелся-то как. О, еще один. Че, затащит его или нет? О, что вообще происходит? Офигеть. О, щит! Второго убил! 2 убийства! Офигеть! Я время так не засекал, надеюсь, там позиция засек. Да-да-да, засек.
Еще плюс-минус 3 минутки есть. Если не учитывать старт, то даже 4 минутки. Давай, давай, давай. 2 кило есть. О, еще один! Ничего себе! Как он так быстро строится? Я в шоке! Я ничего не понимаю. Я всегда был в шоке от этой игры. О-о-о, батл, батл! Затащил! Третьего! Охренеть, я в шоке с него. Как можно в это играть? Я не могу понять. Так, 3 убийства есть. Кто-то поддерживает дальше его донатом. Это было убийство или не было? Я из-за доната ничего не увидел, серьезно. Так, ребят, у него осталось еще где-то 2-3 минуты. 2 минуты и 30 секунд. Я знаю, никакой конкретики. Ты такой крыса. Скажи да, нет, и все, я иду сразу. Тебе ничего не придется, пошел в жопу, сейчас соло все сделаю. Так, ладно. Соло делай. Его кинул друг. Сможет ли он его затащить? Вот он, тип! Прямо не перед ним! О май гад! Их там двое! Нет, я помогу, я помогу. Тут 4 команды! Да все, Диман. Так было близко! У меня не было. Это было очень близко! Я даю последнюю попытку, ребята. Отправляю 5000. Мне Мосиска, ласт попытка. Ласт попытка, Диман. Да, ласт попытка. Тогда в тилты надо куда-то. Говорит, друг вообще рофл. Не-не, тогда сюда не надо, дрянные доки. Куда-куда, Диман, говоришь? Спасибо, Пози, за понимание. Каравая, сколько на кону? Я не знаю, пофиг, главное челлендж выполнить. Но все же хотелось уточнить сумму. Чтоб понимать, насколько потерь. У меня Кент заломал. Он еще деньги хочет, а я... Хитрожопый. Диман, все. Диман, с нами... Ой, ёб... Ух, сколько их здесь! Будет ли 5 килов? Ну давай, ты хотел 5 килов, пожалуйста. Справится он или не справится? Ребята, просто держите кулачки. Я лично сейчас в напряжении нахожусь. Так, окей. Он взял какую-то усишку. Первого завалил. Отлично. Стоп, это стрим-снайпер? Что? Это не считается, да? Ну ладно, это, наверное, не считается. Он под него прыгнул, это нечестно. Да не-не-не, считается. Ладно, окей. Второго завалил! Меня убили, Каравай. Давай-давай, еще трех! Если что, все заработанные деньги можешь забрать себе. Ребят, это однозначно лайкос. Ребят, 200 тысяч лайков. Вот он! Опа! Одно попадание было. Я видел. Стену слева от тебя поставь. Он сосредоточен. Ух! Киберспортсмен! Их там двое! Хорошо. Еще одного вырубил! Хорош. Четверых! Да ладно! 4? Последний остался. Один килл. Один килл. Давай, ты сможешь. Ага, вот он какой-то чел. Все, спокойствие. Главное спокойствие. Сохраняй спокойствие. Почему я беспокоюсь? Это же его челлендж. Добей, добей. Я его убил. Не дай ему поднять. Не дай ему поднять. Сейчас его поднимут еще. Ломай. Все, лестницу. Все, жди. Пускай само отвалится. Так. Давай. Аккуратненько. Его подняли, кажется. Нет. Он почти сделал последнее убийство! Даже не пикай, это так обидно! Это так обидно! Я не сыграл! Мы с ним одновременно крикнули! Пари! Ладно. 10 тысяч рублей. Красава! Давайте сейчас киви скину. Все, я вышел. Киви, я тебе пинка отправлю. Офигел? Пози, это... спасибо, брат. Это самые легкие 20 тысяч, которые я видел. Спасибо всем. Это клево, молодец. Огромное к этому ютубе всем вас. Самые легкие, серьезно. Все круто. Подписывайтесь на Пози туда-сюда, короче. Спасибо за десятку. Да, ребята, не забывайте про подписочку. Так, идем дальше. Стрим, но подписчики издеваются над нами в Роблокс. Какой можно челлендж ей придумать? Выиграть катку в Epic Minigames в Роблоксе. 5000 рублей для начала. Роблокс Epic Minigames. Мне, кстати, нравится песня. Ты видела это? Да, я вижу. Клево. Ребят, я в шоке. Офигеть, Пози, спасибо тебе большое. Все, у меня шок. У нее на микрофоне глаза? Что? Почему у меня нет глаз на микрофоне? Чего? Потому что мы пацаны. 5000 рублей. У меня руки трясутся. Простите меня, конечно, а Пози сейчас ролик снимает. Если да, то привет. Привет. Перед этим нам нужно, ребята, с вами взорвать шарики и так далее. Это типа за донаты взрывают шарики? Реально, спасибо. Это офигеть, ребята. Я не ожидал такой реакции, честно. Ну, я не донатил так много сумм. Да я бы тоже обосрался от страха. Я бы убежал в другую комнату и кричал бы родителям: мама, папа, помогите. В чате спасибо большое Пози за 5000 рублей, ребята. Да. У нее сейчас такая реакция перед челленджем. Что будет после челленджа? О май. Пози, спасибо тебе большое. Это все для тебя. Взрываем 2 хлопушки прямо сейчас. Сейчас будет хлопушечка. 1,
два, три! Один, давай, вторую! Бау! Алибиберчи! Не, ну это неплохо, реально, это клево. У нее песель зашел. Это вечеринка для песеля. С праздником вас, дорогие друзья. Спасибо, спасибо. Какой сегодня праздник? О, там песель просто сидит и наслаждается всеми этими конфетти. Ребята, катка началась! У нее есть 35 секунд. Затащу! Она прыгает через скакалку. Сможет ли она выиграть эту катку? Как вы думаете? Я смогу! Давай! Это я, когда максимально сосредоточен. Я смогу! Я смогу! 10 секунд осталось. Скакалка ускоряется, смотрите-ка! Давай! Давай! Нет, права на ошибку! Офигеть, как оно быстро вращается! Офигеть! Давай, 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 давай! Секунда осталась! Пожалуйста. Она выиграла! Да, мы затащили. За выполнение челленджа мы отправляем еще 5000 рублей. Смотрим на реакцию. С первого доната она уже была в шоке. Со второго точно. Нет, клево, молодец. Молодец, девчонка. Хорошо, вот реально. Мне нравится, очень позитивная девочка. Ну, короче, что ты делаешь? Ты просто взорвал мой стрим! И взорвал YouTube этим видосом! Пау! Это еще не конец, чуваки. Спасибо тебе большое, ты мне просто капец как поднял настроение, пози хары! Да, пожалуйста. Это Майнкрафт стрим. Давайте она попробует построить дом для свинок. Ну что ж, ребят, 10 тысяч рублей, 28 зрителей, начинающий стример, поддержка, так сказать. Она просто сигна на теле. Вау, какие-то странные здесь, конечно, задания. Пози? Это кто? Не понял. Построй дом для свинок. Спасибо, Пози. О боже, ты запустил... Нет! Я запустил бесконечную рулетку для стримеров. Спасибо, Пози. Ты запустил бесконечную А я только что это сказал. Но дом для свинок... Мне нет свинок. В смысле? Приручи свинок, построим дом. Пози. Ладно, она просто выполняет челлендж с бесконечной рулетки. Ну, давайте посмотрим, сколько она сможет максимум выполнить челленджа. Еще одна надпись. Честно, я сегодня присутствую. А, вот это сигнал. Стало 65 раз. Придется еще раз 100, пока рулетка не закончится, я не знаю. Две надписи, пози, пози. Сердечко для всех, кроме Пози. Не понял! В смысле? Что? Это шутка какая-то. Еще одна сигна. Сейчас мы, кажется, разукрасим человека. Конечно. Я, кстати, не знал, что тут есть такая штука. Кстати, не забывайте покупать мой мерч по ссылке в описании. Еще. Вот я, наверное, скоро когда-нибудь мерч сделаю. На надпись Пози. На шее? Серьезно? О май гад! Нет, не делай этого! Ладно, это сойдет. За место дома для свинок. Я не понимаю, так, что происходит в мире стримеров. Пози. Как это все можно будет потом отпыть? 5 штук, боже мой. Еще надписи? Я не могу на это смотреть. А может, ты другой ник хочешь? Я могу другой написать. Я хочу, чтобы больше никто не писал мои имена у себя на теле. На теле, это странно. Сколько у тебя попу-поинсов сейчас будет? Я миллионер попу-поинсов. Все, я ухожу. Ищем самых непросматриваемых стримеров, у которых меньше всего зрителей. Вот у меня на стриме меньше всего зрителей, ребят. Поэтому 19:00 по Москве ежедневно стримы. Ломаю шахты, ломаю блоки. Отличный девиз. Один зритель. Ну что ж, ребят, последний мой донат. 15 тысяч рублей. Просто копай под себя. 15 тысяч рублей. О! Просто копай под себя и не двигайся. В шоке там сидит уже, не одупляет. Кау. Что? Там эти дели, чувак. Он думает, что я пранкую его. Так, он чекает. И такой, что? Копай под себя. Ладно. Не двигайся! Ты провалил челлендж! Ты сдвинулся с места! Это нереально странно, челы. Это нереально странно. Ладно, они, видимо, не читают, когда им отправляют донат. Я даже не знаю, о чем он сейчас думает. Ну, я буду копать под себя, окей. Все, давай. Все, он копает просто вниз. О! Что? Спавнер? Он наткнулся на спавнер! Это что, мем какой-то? Ай. Что происходит? Ай.
Это шутка какая-то, пранк? Офигеть, как так вообще вышло? Реально странно. Я не знал, что там спавнер под ним находится. Офигеть, я угадал! Охренеть, это реально, это нереально. Ну слушай, ну ты какой-то экстрасенс на самом деле. Я сам в шоке, чувак! Я не понимаю, как это произошло. Копай под себя быстрей. Ладно, он провалил задание. Эх, а мог бы получить еще донат. Почему нет? Ну что ж, чуваки, на этом мой ролик подходит к концу. Неплохо, все ребят, равно. Этот ролик я записывал, наверное, часа 4. Также на этот ролик я потратил 100 тысяч рублей. Очень рассчитываю на вашу поддержку. Давайте попробуем собрать 200 тысяч лайков. Это реально будет очень круто. Это будет рекордик. Такая, знаете, небольшая галочка, ачивочка. Ну и если вы хотите еще более безумные видосы, связанные с донатами. Подпишитесь на канал, чтобы не пропустить новые видосы. Также хотел бы вам напомнить, что спонсор этого ролика... Ну, это понятно. Я уже не считал, скольким стримером я... Короче, ребят, не знаю, как вы, а ролик мне понравился. Вот реально нормально сделан. Ну, короче, он позитивный, и многие люди отреагировали тоже нормально на донат. Просто мне не понравился там один человечек, который даже отказался, типа, не, я такой глупостью заниматься не буду. Чувак, ты с 28 в Майнкрафт играешь. Вот... Короче, с вами был Бодин. Подписывайтесь на канал, включайте уведомления. В 19:00 после, господи, заходите на наши стримы. И всем пока.